Привет, собственно, сегодня у нас видосик не совсем про табак, не совсем про кальяны, но тем не менее я курю кальян, у меня здесь табак Бута, вкус двойное яблоко базилика, очень круто, ой, двойное яблоко Тархун, очень круто получается. И сегодня мы будем хавать индийскую масалу, пан масала и все остальное, то есть как бы правильно это сказать, жевательный табак, назовем это так. Так вот, идет он, конечно, вот такой вот упаковочке, в пищевой фольге, которую можно есть. Но изначально она должна была быть завернута в виноградный лист. Вроде бы так. И я не уверен, это ли у меня, про то, что я сейчас вам пытаюсь объяснить, или не это. Так вот, собственно, я ее сейчас попробую, как она на вкус, чисто такое угарное ебанное видео, и мы посмотрим, собственно, что из этого выйдет. Так, нужно раскуриться, я, в принципе, как бы, ну, стремаюсь так кушать, я не знаю, что это такое, какое оно на вкус, и такое я, собственно, никогда в жизни не пробовал. Ну, поэтому мы попробуем это покушать. Вообще, это идет как альтернатива, вообще, то есть, как правильно сказать, есть два мнения, что это такое, ну, которые, по крайней мере, я знаю. Это как жевательный именно табак и как именно индийская жвачка после еды для того, чтобы освежить свое дыхание. Сорта у меня не воняют, так что замерить, как у меня пахло сорта и как после нее будет пахнуть сорта, я, конечно же, не могу. Можно позвать еще Дашу, она как раз голенькая, в нижнем белье, и думаю, это будет очень прикольно, если она будет сидеть здесь рядом со мной и это все кушать. Ну ладненько, мы, скорее всего, наверное, попросим Дашу одеть маечку и присоединиться ко мне, попробовать и услышать ее мнение. В квартире я хожу только голышом. В квартире только что голышом. Ладненько, погнали, я возьму одну штучку. Ой-ой. Идем со мной, одевайся. Сейчас вам Дашенька оденется, и мы будем все это вместе пробовать. Так, Дашенька у нас присоединилась, и мы сейчас будем это пробовать. Так, ты не пробовала тоже, да? Нет. Давай, держи одну тебе. Ее с фольгой надо есть? Да, с фольгой надо есть. С фольгой? Да, она пищевая. То есть она у нас только, это короче, как серебро, видишь, еда с золотом, с кусочками золота. Вот, это то же самое. Давай, давай по очереди. Дашка, это что-то как кашулька. Да, это как кашулька, это на свадьбе. Ой, да, его нужно под губой держать. Давай. Оп, давай я первая. Давай, и расскажешь. А мне полностью надо, да, сожрать? Да, прям жуй. А откусить можно? Нет. Ну, откуси половину, прожуй. Жуй. Можешь положить. Ну, как? Есть же такие ароматизаторы, которые привозят же эти, типа, с Дубаев, с Индии. Палочки. Ну да, да, это индийская жвачка, так вот сказать. Вот это такая же херь. Да? И чё, как? Нет, это не... Это как будто я масло какое-то жру. Ароматизировала. Не кайф. Нет, попробуй. Ты прожевала? Что-то. Нет, проглатывай. Нет, нет. Да, глотай. Да. Таш, нужно глотать. Это ты не уважаешь Индию, значит. Мы с тобой туда полетим отдыхать, и тебе скажут, а вот мы видели видос. Давай ты тогда сначала. А я его всю съем. Понял, про чего я? А ты кого? Ну вот эти палочки. Да. Мятные. Неподготовленным ее сложно жевать. Но... Сейчас я, когда мы все мои рецепторы смогли ее обработать и понять, что это такое, что я не положил в свой рот отраву, она начинает мне нравиться. Кажется, нет. Мне нравится. Необычная. Необычная очень. Вообще история возникновения. Именно вкуса панраса и пан масала, это именно вот этой штучки как бы пошло. Все правильно, ребят. Прошу прощения.
Вот сейчас я увидел, это все завернуто в виноградный лист, просто сверху накрыто, обтянуто пищевой фольгой. Да, значит, все правильно здесь сделано. Вон он, я вижу виноградный лист. Очень прикольная вещь, необычная. А во рту реально свежесть. Но я думаю, после такой свежести с вами девчонки не захотят целоваться. Поэтому лучше Орбита, наверное, ничего нет. Прикольно. А интересно, как он поменяет вкус именно кальяна? Бля, пиздец. Вот эта вся масса, которая есть здесь, именно панрас, этот панмасала, она так сильно забила мои рецепторы, что я сейчас курю реально в зал. Хотя у меня здесь забито двойное яблоко и тархун. И вообще, в принципе, не чувствую. Да, интересная вещь. Очень. А, я, наверное, оставлю ее, это редкость такая, ее, я думаю, тяжело будет купить где-то в Москве, я уже не говорю про другие города. Поэтому, если будете у меня в гостях дома, а в гостях у меня много кто бывает, я вас угощу. Прикольная тема, и интересно, ее можно с чаем пить, с индийским, типа масала-чай, все дела, будет очень круто, я не знаю. Я просто решил снять на это видео, как я ее пробую. Потому что я попробовать ее не мог почти полгода, она у меня лежит, и все время никак не доходили руки. И я все-таки решил все это снять на камеру, и чтобы вы все, собственно, увидели. Вот так вот, это Дава Дым, ставь лайки, хуй его знает, подписывайся на канал. Так что мы увидимся еще, не переключайся.